Александр Грин. Корабли в Лиссе. Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы ей чужие. Табакерку помещают среди иных подходящих вещиц, показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? Или формы иного времени, так обманчиво схожие, геометрически, с формами новыми, настолько различными по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение, значит незаметно жить прошлым? Может быть, мелкая мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но, начали мы, есть люди, напоминающие старинный обиходный предмет. И люди эти, в душевной сути своей, так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка-мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли, или в одном из тех жизненных поворотов, когда, складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости, легко возмути ее, и вся она в молниеносно возникших кристаллах застыла неизгладимо. В одном ли из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны. Цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей вагону, свечу электрической груши, пушистую косу девушки, ее же хитрой прически, пахнущей горелым и мускусным, розу хризантеме, неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь по необходимости замкнута, а внешняя состоит во взаимном отталкивании. Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному примеру, человеку с его жизненным настроением. Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен, где-нибудь на бугрообразном дворе огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимым. Пение вдали и эхо во враге, рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками, блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань, грязная, как молодой трубочист, свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана, ночью магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами. Вот Лисс. Здесь две гостиницы. Колючие подушки и унеси горе. Моряки, естественно, плотнее набивались в ту, которая ближе. Которая вначале была ближе, трудно сказать. Но эти почтенные учреждения, конкурируя, начали скакать к гавани. В буквальном смысле этого слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолело «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему колючая подушка остановилась, как вкопанная, среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе» после десятилетней борьбы воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни. Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков.
Женщины делятся на ангелов и мегер. Ангелы, разумеется, молоды, опаляюще красивы и нежны. А мегеры стары. Но и мегеры, не надо забывать этого, полезно бывают в жизни. Пример. Счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь. Мы не будем делать разбор причин, в силу которых лис посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти географического и гидрографического свойства. Все, в общем, произвело на нас в городе этом именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы в примере человека с цельными и ясными требованиями. В тот момент, как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно была видна гавань Лиса, сидели четыре человека. То были капитан Дюк, весьма грузная экспансивная личность, капитан Роберт Эстамп, капитан Рейнер и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю». Благодаря этой фразе, которой он приветствовал каждого, даже незнакомого человека, если человек тот выказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар. Такое блестящее, даже аристократическое общество само собой не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостиницы в особых случаях, именно в подобных настоящему, когда капитаны, вообще народ, недолюбливающий друг друга по причинам профессионального красования, почему-либо сходились пьянствовать. Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек. Рейнер с длинными черными волосами и глазами на выкате напоминал переодетого монаха. Чинчар кривой, ловкий старик с черными зубами и грустным голубым глазом отличался ехидством. Трактир был полон. Там шумели, там пели. Время от времени какой-нибудь веселый до беспамятства человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на своем пути. Гремела посуда, и в шуме этом два раза уловил Дюк имя Битбой. Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя это пришлось кстати. Разговор шел о затруднительном положении. «Вот с Битбоем!» — вскричал Дюк. «Я не убоялся бы целой эскадры. Но его нет. Братцы капитаны, я ведь нагружен, страшно сказать, взрывчатыми пакостями. То есть не я, а Марианна. Марианна, впрочем, есть я, а я есть Марианна. Так что я нагружен. Ирония судьбы. Я с картечью и порохом. Видит Бог, братцы капитаны», — продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, «после такого свирепого угощения, какое мне поднесли в интенданстве, я согласился бы фархтовать даже сельтерскую и содовую». «Капер снова показался третьего дня», — вставил Эстамп. «Не понимаю, чего он ищет в этих водах», — сказал Чинчар. «Однако боязно подымать якорь». «Вы чем же больны теперь?» — спросил Рейнер. «Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия». Чинчар лгал, однако. Болен он был не жестью, а страховым полисом, ища удобного места и времени, чтобы потопить своего пустынника за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара. Он получил сведения, что его страховое общество накануне краха, и надо поторапливаться. «Я знаю, чего ищет разбойник», — заявил Дюк. «Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? Филицата. Говорят, что нагружена она золотом». «Судно мне знакомо», — сказал Рейнер. «Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?» Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Раз лишь трое матросов Филицаты, преследуемые любопытными взглядами, чинные пожилые люди, приехали с корабля в Лис, купили табаку и более не показывались. «Какой-нибудь молокосос», — пробурчал Эстамп. «Сиди, сиди, невеже, в каюте!» — вдруг разгорячился он, обращаясь к окну. «Может, усы и вырастут». Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рейнер сказал: «Как ни верти, а мы заперты.
Я с удовольствием отдам свой груз. На что мне, собственно, чужие лимоны? Но отдать президента... Или Мариану, перебил Дюк. Что, если она взорвется? Он побледнел даже и выпил двойную порцию. Не говорите мне о страшном и роковом, Рейнер. Вы надоели мне со своей Марианой, крикнул Рейнер, до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва. А ваш президент утопнет. Что? Капитаны, не ссорьтесь, сказал Эстамп. «Я тебя знаю!» — закричал Чинчар какому-то очень удивившемуся посетителю. «Поди сюда! Угости старичишку!» Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумья. У каждого были причины желать покинуть Лис, возможно, скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рейнер жаждал свидания с семьей после двухлетней разлуки. А Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в колючей подушке небывалыми новогвинейскими похождениями. Эти суда, Марианна, президент, пустынник Чинчары и арамея Эстампа спаслись в Лисе от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная Марианна. На другой день приполз пустынник. А спустя двое суток бросили запыхавшись якорь арамея и президент. Всего с таинственной фелицатой в Лисе стояло 5 кораблей, не считая барж и мелких береговых судов. «Так я говорю, что хочу битбоя», — заговорил охмелевший Дюк. «Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппа Маластина. Маластина сидит в зурбагане, пьет, боже мой, и держит на коленях бутузку. Входит битбой. Маластина, подымай якорь, я проведу судно через кассет. Ты будешь в Ахунскапе раньше всех в этом сезоне. Как вы думаете, капитаны?» Я хаживал через кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластина слепо слушать битбоя. Но Беппа думал 2 дня. Ах, штормовая полоса! Ах, чики-чики сорвало бакины! Но суть-то, братцы, не в бакинах. Али, турок, бывший бепповский боцман, сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против Бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппа в обмороке проплыл с битбоем Адский пролив. Опоздал, разумеется. И деньги Ахуанскапа полюбили других больше, чем макаронщика. Но каково же счастье битбоя? В кассете их швыряло на рифы. Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в зурбагане. Бочонки эти лопнули, и 4 тонны меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппа похолодел уже в Ахуанскапе, при выгрузке. «Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки». «Битбой, я упросил бы его к себе», — заметил Эстамп. «Тебя, Дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети». «Я вам расскажу про битбоя», — начал Чинчар. «Дело это...» — страшный, веселый гвалт перебил старого плута. Все обернулись к дверям. Многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале. Отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынесли светлым воплем. «Битбой! Битбой! Битбой, приносящий счастье!»
Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа. Засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше 30 лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость. Черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На битбое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки. Через руку перекинут был дождевой плащ. Битбой пожал десятки, сотни рук. Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений. Винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжении нескольких минут животворным облаком сердечной встречи. Наконец он высвободился и попал в объятия дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара. Повеселела его ехидная челюсть. Размяк солидно Воловий Рейниор, и жесткий самолюбивый эстамп улыбнулся на грош, но по-детски. Битбой был общим любимцем. «Ты, барабанщик фортуны», — сказал дюк, — «хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новой ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай, весь пьяный флот налицо!» «Но мы застряли, как клин в башке дурака, упаси Марианну!» «О капере?» — спросил битбой. «Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история. Вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл к Лису. Ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за каменями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера. На третий раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз. Ялик и я высветились бы, как муха на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины. Меня не отличили от пустоты. Но не пусти я свой парус. Итак, битбой сидит здесь благополучно. Рейнер, помните фирму Heaven & Co? Она продает тесные башмаки с гвоздями на вылет. Я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови. «Есть битбой», — сказал Рейнер. «Однако смелый вы человек. Битбой, проведите моего президента». «Если бы вы были женаты...» «Нет, пустынника», — заявил Чинчар. «Я же тебя знаю, битбой. Я нынче богат, битбой». «Почему же не арамею?» — спросил суровый эстамп. «Я полезу на нож за право выхода. С битбоем это верное дело». Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда, щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал: «Благодарю вас. Благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу. Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас. Ничего, то есть, определенного. Есть тому одно обстоятельство. Хотя я истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же. И как мне выбирать среди вас? Дюка? О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе. И чтобы всем сказать, нате вам. Согласный ты с морем, старик, как я. Дюка люблю. А вы, эстамп, кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг Раджи? Люблю я эстампа. Есть у него теплый угол за пазухой. Рейнер жил у меня 2 месяца, а его жена кормила меня 1/2, когда я сломал ногу. А ты? Я тебя знаю. Чинчар, закоренелый грешник. Как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой. 20 лет разделила вас, да случайная кровь. Выпил я и болтаю. Капитаны, всех вас люблю. Капер верно, шутить не будет. Однако какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя. «Жребий!» — сказал эстамп. «Жребий! Жребий!» — закричал стол. Битбой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора. Множество локтей лежало на столе.
За ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд битбоя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то понятном лишь одному ему, таинственную Фелицату, битбой сказал: «Осанистая это бригантина, эстамп. Кто ею командует?» «Невежа и неуч. Только никто еще не видел его». «А ее груз?» «Золото, золото, золото», — забормотал Чинчар. «Сладкое золото». И со стороны некоторые подтвердили тоже. «Так говорят. Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно. На нем аккуратная вахта. Никого не принимают на борт. Тихо на нем». «Капитаны», — заговорил битбой, — «совестна мне странная моя слава. И надежда на меня, ей-богу, конфузит сердце. Слушайте, бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду. Если не изменится одно обстоятельство». «Валяем, битбой, правду матку!» — проснулся кто-то в углу. Битбой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лиса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял жребий, чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово: «Изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на Фелицату, было еще слишком темно ему самому, и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает, и вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть. Идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения. «Провались, твое обстоятельство», — сказал дюк. «Что же, будем гадать. Но ты не договорил чего-то, битбой». «Да. Наступает вечер», — продолжал битбой. «Немного остается ждать выигравшему меня. Жалкого лоцмана. С кем не выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчуганы с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, откажусь прямо. Но все равно, играйте пока». Все обернулись к окну, в пестрой дали которого битбой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли. Стройная Марианна, длинный президент с высоким бушпритом, пустынник с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный, легкая высокая Ромея и та благородно осанистая Фелицата с крепким, с размерным кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, та Фелицата, о которой спорили в кабаке, есть ли на ней золото. Как печальны летние вечера. Ровная полутень их бродит, обнявшись усталым солнцем по притихшей земле. Их эхо протяжно и замедленно печально. Их даль в беззвучной тоске угасания. На взгляд, все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритмы леги уже властвуют над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни? Но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне. И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих. «Вот», — сказал битбой, — «летает баклан. Скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитан?» «Теперь», — продолжал он, получив согласное одобрение, — «теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь. Если, как сказано». «Ну-ну, толстокрылый!»
Тут четыре капитана наши обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверия моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем, неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж президентом и Марианной, так близко на середину этого расстояния, что битбои все усмехнулись. «Птичка божия берет на буксир обоих», — сказал Дюк. «Что ж, будем вместе плести маты, друг Рейнер, так что ли?» «Погодите», — вскричал Чинчар. «Баклан ведь плавает. Куда он теперь поплывет? Знатный вопрос». «Хорошо, которому поплывет», — согласился Эстамп. Дюк закрылся ладонью, задремал как бы. Однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к Фелисате, стояла Арамея. В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился ныряя баклан. Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами. «Есть!» — кратко определил он. «Все видели?» «Да, да, Эстамп, все!» «Я ухожу», — сказал битбой. «Прощайте пока. Меня ждут». «Братцы капитаны, баклан — глупая птица. Но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, я сделал бы это. Итак, прощайте. Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или расстанемся, братцы, на никогда». Последние слова он проговорил вполголоса. Смутно их слышали. Смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку. И никто таким образом не уловил момента прощания. Встав, битбой махнул шапкой и быстро пошел к выходу. «Битбой!» — закричали вслед. Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице. Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессии которых был организованный, так сказать, риск. Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полный неразрешенных тайн, в кроткой смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие потрясенные, наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо, их речи звучат предчувствиями, их близость навлекает несчастье. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», «легкая рука», слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и яснее настроение, что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно серьезны. Одна есть верная их примета – простой смех. Смех потому, что смешно, и ничего более. Смех, не выражающий отношения к присутствующим. Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман битбой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно. Как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в котором он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям. Никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лис и Кассет, и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких,
где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битбой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом. Не все ли равно? Битбой, приносящий счастье. Под этим именем знали его везде, где он бывал и работал. Битбой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу колючей подушки, и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, короткой каменистой улицы. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнее под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду. Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, убежав навстречу Битбою. Ей было лет 18. Две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо, застенчиво гордыми глазами, было прелестно духом расцветающей женской жизни. «Режи, королева ресниц», — сказал между поцелуями Битбой. «Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер. Наш, наш, милый мой, безраздельно мой», — сказала девушка. «Этой ночью я не ложилась. Мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты». «Девушка должна много спать и есть», — рассеянно возразил Битбой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение. «Оба ли глаза я поцеловал?» «Ни один ты не целовал, скупец». «Нет, кажется, целовал левый. Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок». И он получил его вместе с его сиянием. Но суть таких разговоров не в словах бедных наших. И мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать. Вам будет грустно, завидно и жалко. Вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битбой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело. Наступило, как часто это бывает, молчание. Полнота душ и сигнал решения, если они настойчивы. Битбой счел удобным заговорить, не откладывая о главном. Девушка бессознательно помогала ему. «Сделай же нашу свадьбу, Битбой. У меня будет маленький». Битбой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом. «Вот что», — сказал он изменившимся голосом. «Ты, Режи, не перебивай меня». Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. «Я спрашивал и ходил везде. Нет сомнения. Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу, подожди, выслушай. Разве мы не будем друзьями? Режи, ты глупая, самая лучшая. Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше, я пришел ведь только проститься. Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы великанского. Оно убито. Убито уже, Режи. А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей? Нет, нет, Режи, послушай меня. Уясни все, согласись. Как же иначе?» В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы. Но душевное волнение спутало, наконец, его мысли. Он умолк, разбитый нравственно и физически.
умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони. «Битбой!» — рыдая заговорила девушка. «Битбой, ты дурак! Глупый болтунишка! Ты еще ведь не знаешь меня совсем! Я тебя не отдам ни беде, ни страху! Вот видишь!» — продолжала она, разгорячаясь все более. «Ты расстроен! Но я успокою тебя! Ну же, ну!» Она схватила его голову и прижала к своей груди. «Здесь ты лежи, спокойно, мой маленький! Слушай, будет худо тебе? Хочу, чтобы худо и мне! Будет тебе хорошо, и мне давай хорошо! Если ты повесишься, я тоже повешусь! Разделим пополам все! Что горько, отдай мне большую половину! Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый! Я не знаю, чем уверить тебя! Смертью, быть может!» Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где по местному обычаю девушки носят стилет или небольшой кинжал. Битбой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму. «Битбой», — продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного. «Ты умница, что молчишь и слушаешь меня». Она продолжала, приникнув к его плечу. «Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь Битбой, собака-умница и кошка-режи. Из леса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде, при врагах, при друзьях, при всех, кто придет. Пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту. Как ты хотел улизнуть, негодный. Но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет твой брик, мы проплывем вокруг света 33 раза». Голос ее звучал сонно и нервно. Глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, легонько зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду над яркими подводными цветами. «И там много тюленей, Битбой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста. Так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битбой, из-за какой-то там, не знаю, турчаночки. Ты сказал, я королева ресниц. Возьми их себе, милый. Возьми все. Все». Ровное дыхание сна коснулось слуха Битбоя. Светила луна. Битбой посмотрел сбоку. Ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битбой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив, ни мертв. Однако уходило время, луна поднялась выше. Битбой тихо поцеловал ноги Режи и вышел со скрученным в душе воплем на улицу. По дороге к гавани он на несколько минут завернул в колючую подушку. Было около 10 вечера, когда к Фелицати, легко стукнув о борт, подплыла шлюпка.
Ею правил один человек. «Эй, на бригантине!» — раздался сдержанный окрик. Вахтенный матрос подошел к борту. «Есть на бригантине!» — сонно ответил он, вглядываясь в темноту. «Кого надо?» «Судя по голосу, это ты, Рексон. Встречай битбоя!» «Битбой?» «В самом деле!» Матрос осветил фонарем шлюпку. «Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?» «После поговорим, Рексон. Кто капитан?» «Вы его едва ли знаете, битбой. Это из Кирос, из Колумбии». «Да, не знаю». Пока матрос спешно спускал трап, битбой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. «Так вы таскаетесь с золотом?» Матрос засмеялся. «О, нет! Мы погружены с ясным, собственной провизией нашей, да маленьким попутным фрахтом на остров Санди». Он опустил трап. «А все-таки золото у вас должно быть, как я понимаю это», пробормотал битбой, поднимаясь на палубу. «Иное мы задумали, лоцман». «И ты согласен?» «Да, так будет, должно быть хорошо, думаю». «Отлично. Спит капитан?» «Нет». «Ну, веди». В щели капитанской каюты блестел свет. Битбой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами. Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собой, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым. «Кто вы? Что привело вас?» — спросил он, не повышая голоса. «Капитан, я битбой», — начал лоцман. «Может быть, вы слышали обо мне? Я здесь...» Эскирос перебил его. «Вы? Битбой, приносящий счастье?» Люди оборачиваются на эти слова. «Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина, вот моя рука и признательность». Битбой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток, закурил, насильственно рассмеялся. «Каким берегам тронется Фелицата?» — спросил он. «Каков план ее жизни? Скажите мне это, капитан». Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленные им, вернее, намерения, толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться. «Ну что же, поговорим», — начал он. «Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не смогли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания. Взгляд стал обширнее, мир ближе и доступнее. Влечет он меня весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади, известно. К тому же есть у меня, была всегда, большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. 30 бочек чужой солонины мы сдадим еще скалистому Санди, а там внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться. Иногда спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение, стоять в цветущих садах огромных рек, может быть, временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер. Ведь хорошо так, битбой». «Я слушаю вас», — сказал лоцман. «Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и один по одному набрались у меня подходящие.
экипаж задумчивых. Капер нас держит в Лисе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, битбой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь. Вы сказали, что знали Рексона? Я знал его и знаю по радиусу, удивленно проговорил битбой. Но я еще не сказал этого. Я подумал об этом. Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника. «Значит, есть у вас к битбою доверие?» «Может быть. Я бессознательно ждал вас, друг мой». Наступило молчание. «Так в добрый час, капитан», — сказал вдруг битбой ясным и бодрым голосом. «Пошлите на Арамею Юнгу с запиской эстампу». Приготовив записку, он передал ее Эскиросу. Там стояло: «Я глуп, как баклан, милый эстамп. Обстоятельство совершилось. Прощайте все. Вы, Дюк, Рейниор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня». Отослав записку, Эскирос пожал руку битбою. «Снимаемся!» — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу. В душе каждого несся, распевая свой ветер. Ветер кладбища у битбоя, ветер движения у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло 10 минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось в потьмах, хлопая парусами. Все меньше звезд мелькало меж рей, треща совершал круги брашпиль. И якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила. Битбой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула королева ресниц. Фелицата вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, битбой круто положил руль влево и вел так судно около мили. Затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол. Затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток. Здесь произошло нечто странное. За его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, тоже сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них, от угольно-черных башен крейсера, падал на скалы Лиса огромный голубой луч. «Не там ищешь», — сказал битбой. «Однако прибавьте парусов, Эскирос». Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, ушедшую со скоростью 20 узлов, миль на 5 за короткое время. Скоро повернули за мыс. Битбой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка на благополучный проскок, пели теперь, не стесняясь, вверху. Пение доносилось в каюту. Они пели песню Джона Манишки. «Не ворчи, океан, не пугай. Нас земля испугала давно. В теплый край, южный рай, приплывем все равно. Хлопнем, тетка, по стакану, душу сдвинув на бекрень. Джон Манишка без обмана пьет за всех, кому пить лень. Ты, земля, стала твердью пустой. Рана в сердце, сидею, прости. Это твой след такой. Ну, прощай и пусти. Хлопнем, тетка, по стакану, душу сдвинув на бекрень. Джон Манишка без обмана пьет за всех, кому пить лень. Южный крест там сияет вдали. С первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас». Когда зачем-то вошел Юнга, ездивший с запиской к эстампу, битбой спросил: «Мальчик, он долго шпынял тебя?» «Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее. А я убежал». Эскирос был весел и оживлен. «Битбой, — сказал он, —
Я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача — сущие пустяки для вас. Слово бьет иногда насмерть. Битбой медленно побледнел. Жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку. Эскирос вздрогнул. Выше левого соска на побелевшей коже торчала язвенная безобразная опухоль. «Рак!» — сказал он трезвее. Битбой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинты и одежду в порядок. Руки его тряслись. Наверху все еще пели, но уже в последний раз ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее. Внизу услышалось только «Южный крест там сияет вдали», и после смутного эха в захлопнувшуюся от качки дверь «Да помилует нас». Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман Битбой, приносящий счастье. Thank you.